Вели, вели, велини, вели, вивай, вельни. Послушаем народные мордовские песни. Сначала я пишу эту песню, девочкам перевожу, о чем поется в этой песне, рассказываю по полочкам, чтобы девочки же русские у меня, но чтобы они поняли, о чем петь. Раскроем секрет деревянной маски. Если они услышат шорох или что-то их спугнет, может быть, сидит около окошка, да, свет какой-то, вот, ну, мало ли что. То есть ребеночек мог обратиться к этой маске, родители объясняли ему, то, что эта маска тебя сбережет. Приготовим традиционное блюдо. Единственное правило, которое нужно соблюдать, нужно подходить к процессу, да, приготовления пищи с хорошим настроением. Смотрите программу «Самара многонациональная» 28 августа в 18:05 на телеканале «Самара ГИС».